Всем привет! И сегодня я вам наконец-то расскажу немножечко о магазине Arsay, в котором я работаю, расскажу о моде, покажу, что я купила. В принципе, я свои аппетиты очень хорошо сдерживала, но все равно что-то накупила за эти пару месяцев. И сегодня у меня аккомпанемент, видите? У нас очень музыкальный дом, в каждой квартире, кроме моей, есть какие-то музыкальные инструменты, и все на чем-то играют и поют. Вот, поэтому задним фоном мне не нужно будет сегодня музыку делать никакую. Итак, давайте я вот сначала начну с того, что я вам покажу вещи, которые я приобрела. Вообще, магазин Arsay – это очень женственный магазин, магазин очень женственной моды, но он за последние 7-8 лет очень изменился. Раньше он позиционировал себя, знаете, как такой магазин 30+. Но со временем они поменяли какого-то креативного директора, ну, тот, кто отвечает за коллекции, за вот эти вот идеи все. Кстати, мне кажется, я вам уже говорила, это армянин из Тбилиси, представляете, на ведущей позиции. Гордость распирает. Так вот, потому у нас коллекции стали немножечко более молодежные, но при этом все равно они классический стиль немного сохраняют. И также еще появилась линия, называется Special Price. Это специально сделанные модели, как, я бы сказала, тестовые модели, потому что я уже не раз замечала, то есть приходит сначала что-то, либо брюки, либо платье, юбка и так далее, очень дешевая, например, за 19 евро 99, или за, там, я не знаю, за 30 евро, качество неплохое. И потом, через некоторое время, если оно продается очень хорошо, примерно такая же модель приходит снова, но она стоит уже в 2 раза дороже. Вот, то есть это как бы, с одной стороны, это как тестовая модель, Special Price идет, и вторая сторона, второй смысл, это позволить молодежи одеваться в этом магазине. Скажу про качество. Вы знаете, качество в Arsay очень... очень даже хорошие, то есть есть, конечно, некоторые модели, они прокалываются с чем-то, да, то есть, ну, бывают свои неудачные модели, есть блузки, которые мне не нравятся, то есть модели классные, но мне не нравится вот эта дешевая синтетика, порой бывает, сшиты хорошо, они носятся долго, но неприятно они как-то к телу немножечко, то есть бывает где-то прокол, или, например, платье с кружевом, но это кружево немножечко колется, или неудачно смешали разного типа шерсти, и свитер колется поэтому, хотя он тонкий и подразумевает, что ты его одеваешь на майку максимум. И вот такие вот проколы бывают, а так качеством я очень довольна всегда, и у меня вещи, которые я раньше покупала в Arsay, они у меня годами хранятся, до сих пор есть, от Arsay я ничего не выкидываю. Вот. И также вы из одного из моих видео знали, что я пыталась разбрахлиться, выкинуть все вещи, которые я долго не носила, либо они мне по каким-то причинам не подходили, либо еще что-то. И мой шкаф очень и очень и очень опустел. И я решила обновлять все. То есть я оставила дорогие моему сердцу разные модели и решила обновлять свой стиль. Потихонечку, конечно, потому что если пройтись по всем магазинам, то без скидок мне доступен только Нью-Йоркер. Вот. А так, если смотреть на акции, на скидки, и долго ходить, и надо долго ходить, и смотреть, то потом любимая твоя вещь будет либо в акции участвовать, либо уже редуцированная, и ты ее со скидкой купишь. Так, ну давайте, я могу болтать бесконечно. Давайте я вам покажу, что я купила в Arsay, а потом расскажу, так как я работаю в этом магазине, я заметила некоторые тенденции и расскажу вам о некоторых хитростях. Если вы решите там действительно обратить внимание на эту моду, решите там оттуда что-то покупать. Первая и шикарная вещь, которую я купила в Arsay, на самом деле, когда она пришла в магазин, это водолазка с длинными рукавами и открытые плечи. Пришла в черном цвете и в красном, такой красный, алый, очень яркий цвет. Очень такая, это вискоза. Пришли, я даже на них не посмотрела, думаю, что это за фигня такая. Потом моя шефиня одела ее на себя и говорит, я хочу купить. И когда я на ней увидела эту водолазку, я подумала, блин, я хочу. Я хочу черную водолазку в моем размере S.
побежала, их уже не было, я ужасно расстроилась, потому что не смогла отложить. А знаете, здесь девчонки не дремлят. Девчонки, имею в виду, ну, в принципе, все, кто у нас покупает в Орсе, как только какие-то модные эти появляются, они сразу же приходят, мерят. Никто особо тут скидок, знаете, не ждет. Ну, многие могут себе позволить покупать вещи без скидок. И они раскупают, самые классные вещи раскупаются моментально. И знаете, какое западло? Что самые классные модели приходят по одному-два раза, то есть в 2-3 экземплярах по размеру, и больше не приходят. Все, их даже онлайн нету. Я расстроилась, я подумала, что все, жизнь закончилась, они больше не придут, но потом они пришли все-таки, и я себе сразу отложила и купила. Есть, короче, в магазине этой модели сейчас со временем пришли еще и другого цвета. То есть есть вот это. Она, в принципе, это вискоза довольно-таки плотная, хоть и тонкая, но она плотная. То есть она прозрачная, не будет просвечивать, скажем так. Красная тоже такая. Потом пришла в голубом цвете. В голубом цвете она немножечко... Состав такой же, но немножечко по-другому. Она чуть-чуть просвечивает. Вот, но на манекене я посмотрела, блин, если одеть вот без бюстгальтера, вообще шикарно будет смотреться. И еще новогодний вариант с блестками. Такой материал, темно-серый с серебристыми блестками, шикарный. Тоже сидят классно, но мне кажется, ну посмотрим, дождутся они распродажи или нет. Короче, вот этот вариант водолазки просто шикарный. Он очень стройнит, он делает в красном цвете, нет, но в черном он стройнит руки, вот эти вот крылья, и подчеркивает фигуру. То есть для дискотеки самое то. Шикарная штука. Просто обожаю и рекомендую. Знаете, я мерить одежду не буду, потому что сейчас после Нового года, сами понимаете, я на сайте Orsay потом накопирую вам что-то из этих моделей, которые я купила, и вставлю вам просто в видео. А также в конце я сделаю нарезку из любимых моих моделей. Это была, когда я делала эту нарезку, я ее уже сделала, это были новые модели, но сейчас уже на многие из них распродажа. А, кстати, что я вам хотела сказать. Вот есть такие же в черном и бордовом цвете, только вот здесь вот, то есть вся грудь, она сделана с кружевом. Девочки, это просто шикарная модель. Очень сексуально, очень элегантно смотрится. Тоже раскупили, я не успела себе купить. Так, следующее, что я вам покажу. Я вам покажу платье. Это платье, которое называлось вот Special Price. Стоило оно всего лишь 19,99. Это их... это коллекция, такая зеленая коллекция, скажем так. Ну, вот такая зеленая коллекция. Я надеюсь, что свет отсвечивает нормально, и вы видите правильный цвет. То есть он такой цвет морской волны, только темный. Или водорослей, даже не знаю, как объяснить. Здесь такие очень аккуратненькие камушки. Если потрогать, то это синтетика. Знаете, в Советском Союзе очень много из такого делали. Смотрится платье классно. Его можно обыграть с поясом очень шикарно. Оно обычное, элегантное платье. Такое здорово иметь. Я там была еще в черном цвете. Я решила выбрать именно в зеленом, потому что цвет очень интересный. Сидит классно и стоит всего лишь 20 евро. Я, конечно, купила с моей скидкой, как работника, 30%. Так обычно на нее, только когда ее будут распродавать, будет скидка, а так Special Price на них никогда никакие акции не действуют. Вот, классное платье. Следующее, это брюки. Это был на самом деле костюм, к нему еще есть шикарнейший пиджак. Сначала эти брюки стоили 30 евро, потом их оценили до 15 евро, потом до 9 евро. Вот сейчас их цена онлайн и в магазине, но их у нас просто быстренько раскупили. 9 евро шикарно смотрится. Знаете, девочки, это мода, в принципе, когда открывается щиколотка. Сейчас очень модна в моде длина брюк до щиколотки. То есть, если вы посмотрите на манекенщицах, то они вот такие вот короткие. Носятся они обычно либо под женственные баретки на платформе, либо под туфли, конечно, с каблуком, либо с маленьким каблучком так носится это. Но так как у меня короткие ноги, мне всегда брюки приходится подшивать, укорачивать. А вот это вот сейчас модную длину
Это просто вот мне она закрывает, она мне закрывает щиколотку, короче, вот. Сидят они шикарно, делают классную попу. Кто-то считает, что это, знаете, расцветка, такой бабушкин стиль какой-то. Мне очень нравится такая разного рода клетка. Я считаю это очень элегантным. Конечно, пиджак, к сожалению, я не успела купить. Да его и уценили не намного. Ну, хотя нет. Он стоил 46 евро, 45,99. Его, кажется, уценили до 25 евро. Но его быстро, прямо быстро разобрали очень. Так, у меня даже шанса не было. Следующее. Это брюки, опять же, зеленой коллекции. Сейчас вам покажу. Вот такие вот брюки. Тоже у них такая длина для щиколотки. Знаете, оно будет щиколотку открывать девочкам от 1,65 м, либо девушкам с длинными ногами, потому что ноги-то можно быть высокой, но при этом обладать не такими длинными ногами. Несмотря на то, что, ну, короче, я пополнела, мне подходит размер 34. То есть он, конечно, чуть-чуть лопается на мне, но так как я собираюсь скинуть килограмма 2-3, то он потом будет сидеть идеально. Это шикарные брюки красивого зеленого цвета, и они называются, коллекция как жаккард. Не знаю, почему жаккард, я еще не смотрела в интернете, я вам сейчас поближе, я надеюсь, сконцентрируется, покажу узор черный. То есть на зеленом есть ниточками выбитый узор. Очень красивые брюки. Пиджак я мерила, пиджак мне не понравился, как на мне он сидел, именно на мне. Может быть, на девушке без груди он будет сидеть шикарно, но как-то на мне он делал меня толстой. Вот, но брюки шикарные, с каблуками, будет смотреться просто невероятно красиво, с любой блузкой, водолазкой, с чем угодно. Вот, следующее, неоцененная вещь, но сейчас есть они везде, я думаю, вы видели, и в H&M есть, и в Бершке, практически везде. Вот такие вот, это появилось, то есть пред Рождество католическое, появилась вот такая коллекция, и сейчас ее все еще не уценяют. Я выбрала вот такую юбку. Они бывают, в H&M, кажется, есть шорты короткие, короткие юбки, потом есть куртки такого плана. Но, во-первых, в Орсее, как ни в одном магазине, вот именно этот материал необыкновенно хорошего качества. Он очень плотный. И есть подъюбник еще, и он обработан очень-очень хорошо. Очень дорого сделан, поэтому, конечно, когда я увидела, сначала я подумала, блин, длина какая-то дурацкая, потом я подумала, как можно обыграть, мне тоже коллега подсказала, я купила, короче, очень широкий, сейчас редко такие продают ремни, я купила в секонд-хенд магазине широкий ремень, нашла в H&M уже блузку, я потом другие покупки с распродажи после новогодней обязательно вам покажу, но в другом видео. Вот, я обыграла эту юбку так классно, что она смотрится просто шикарно. И длина смотрится шикарно, и сама модель шикарно смотрится. Так что очень рекомендую. Качество просто шикарное, классное качество. Так, и сейчас классная распродажа в Орсее на шарфы. Я купила вот такой вот шарф. Девочки, знаете, сколько он стоит? То есть вот такие шарфы у нас обычно стоят сейчас 13 евро стоит. Его уценили до 9 евро, а потом до 5, а потом до 2. Я купила уже за 2 евро вот такой шарф. Сейчас я поближе покажу. Модный такой, модная расцветка, ее можно носить как-то угодно. Главное, чтобы холодно просто не было. В Германии можно носить даже зимой такие шарфы. И зимой, и летом можно носить. И последняя моя покупка из магазина Орсей. Первый раз, когда я увидела это платье, я подумала, вау, вау-вау-вау, но я слишком маленькая, мне не пойдет, да и вообще, как оно будет на мне сидеть. Потом я увидела на одной клиентке это платье, и я увидела, насколько оно шикарное. Я в него так влюбилась, что я напродавала столько платьев. Вообще немцы такие платья не очень покупают, потому что они, ну, так трусят, у них больше стиль casual, удобный, повседневный, чтобы можно было еще 10 раз одеть. Я дождалась распродажи и купила его уже для распродажи, и, короче, попросила, чтобы мне еще коллега сделал побольше скидки. Я за него заплатила вместо 46 евро только 20. До 70%
скидки он не заживет. Даже до 50% скидки это платье не доживет. Оно сделано из вот такого вот материала. У него форма по фигуре, то есть оно... плечей нету, но оно прикрывает вот здесь плечи и за счет этого делает вам фигуру. Оно необыкновенно сидит, знаете, на каких девушек, у которых, в принципе, тонкая талия и красивые бедра. Не слишком большие, но и не маленькие. Вот такую фигуру она настолько подчеркивает шикарно. И низ у нее, вот здесь вот эта юбка, она, знаете, как хвост русалки. То есть она идет вот так вот по бедрам, а потом от коленок оно расширяется очень красиво, необыкновенно смотрится. И, конечно, когда я его померила, оно еще не было уценено. На мне оно смотрелось ужасно, потому что я пополнела, у меня форма фигуры, она как квадратная, знаете, как прямая доска. Ну, то есть есть слабые эти, когда ты полнеешь, то она вообще расплывается, то есть у меня такой квадрат получается. И поэтому платье на мне некрасиво сидело, но когда его уценили, я подумала, если я сейчас его не куплю, я потом его никогда не найду. И я подумала, пусть оно у меня будет. Похудею, не похудею, оно может вечно пролежать в шкафу, и когда-нибудь настанет момент, когда я его одену. Вот, в принципе, это и все покупочки, вся одежда, которую я купила в магазине Орсей. Теперь немножечко, знаете, расскажу вам о системе Орсей, о всяких хитростях, и как можно неплохо экономить, и при том покупать не обязательно распродажи в Орсей, а можно покупать, когда вам вздумается. Раньше... такой системы у них была система попроще, сейчас вообще все стало круто с недавнего времени. Короче, есть такая система, вы делаете клубную карту. Клубная карта дает вам возможность, вы получаете как бы вместе с ней уже такой, как это называется, я забыла, как по-русски называется, гудшайн по-немецки, вы получаете, короче, деньги, которые можете реализовать на покупку чего-то, да. Это 5 евро в Германии. То есть вы должны для этого зарегистрироваться. Имя, фамилия, адрес. И я вам очень рекомендую. В Германии люди немножечко из-за этих, как у... ой, я не хочу давать информацию о себе и так далее. Они не хотят давать ни имейлы, боятся, что им будут спамить, ни этим, как его... ни адрес. Но дело в том, что это важно. Во-первых, почему? Потому что... представьте такую ситуацию, что вы купили какую-то юбку. Вы купили юбку, вы подумали, я одену ее через 2 недели. Потом одели через 2 недели после покупки ее. У нас вернуть можно вещь и на распродаже, и без распродажи 28 дней. Назад можно вернуть, главное, чтобы она не была ношенная. Да? Вот, и вы в 2 недели, через 2 недели ее одели, потом положили в шкаф, там на дискотеку сходили, на день рождения, на что там. Оно у вас пролежало еще 3 недели. Конечно, чек вы уже выкинули, что вы уже носили эту юбку, зачем вам чек сохранять. Одеваете ее во второй раз, и у вас шов расходится. Или отрывают эти бусики посыпали, или камушки. Без чека обычно магазин никогда не принимает. И здрасте, она ношеная, и вообще нам все равно. Короче, самое важное, никогда не отрезать этикетки, это раз. Во-вторых, с карточкой, с клубной карточкой вы можете всегда вещь вернуть, даже если она истекла, то есть 28 дней прошло, вы можете ее рекламировать, то есть пожаловаться на качество и вернуть. Во-вторых, если вы потеряли чек, но при этом 28 дней не прошло, а вы хотите вещь вернуть, вы передумали, с этой клубной карты можно просмотреть всю историю ваших покупок. И вам вернут даже без чека, вернут деньги, или вы можете поменять. Без проблем, то есть это ваше право. Это первое. Первое, я считаю, очень важная деталь клубной карты. Обычно об этом никогда вам не рассказывают. Вы сами должны искать эту информацию. Второе. Зачем нужна клубная карта? Вы копите деньги. Вот вы покупаете... вещи в этом магазине. Вы эти деньги, которые вы покупаете, они превращаются в пункты. И при достижении 500 пунктов, это равно 125 евро покупки, неважно чего, кажется, кроме украшений. У вас всегда вылазит вот этот гудшайн, бумажка, и вы можете в течение 3 месяцев ее реализовать. То есть
вы можете купить перчатки за бесплатно, либо майки у нас за 5 евро есть, просто за бесплатно. Либо потом, когда вы захотите, их можно также, это не так давно, можно и на распродаже тоже их реализовать. То есть купите платье, которое с 50 евро было редуцировано до 25, и потом реализовать свои 5 евро, и вы покупаете платье за 20 евро. То есть из-за вот этих пунктов. Второе. Почему здорово давать имейл и адрес? Потому что вам будет тогда приходить информация об акциях. Арсей просто... Иногда я думаю, господи, зачем он это делает? Люди избалованные, они уже не хотят покупать вещи за обычные цены, потому что они избалованы акциями. И постоянно такие акции. Если вы покупаете на 20 евро, вам 5 евро скидка. Если сегодня у нас скидка на все вязаные вещи, на все вязаные кофты, скидка 50%. Это начало коллекции, их только завезли, вы можете позволить, если вы участвуете в разных вот в этих акциях, вы можете экономить даже больше, если вы будете покупать на распродажах, и при том вы будете носить новую актуальную коллекцию. Разве это не шикарно? И, конечно, с одной стороны, вот, и потом ты вынужден постоянно в этот магазин ходить и одеваться, и тратить деньги. Но никто же тебя не заставляет, никто тебя не тянет в Арсей и не говорит «трать деньги». Но если тебе что-то нужно, к примеру, ты знаешь, да, у тебя же застиралось это обычное классическое, знаете, есть такие тонкие, как их называют, тонкие кофточки, которые очень здорово одевать на блузку, на футболку. Это еще не свитер, и их очень здорово, на них одевать можно и такие под кожу, куртки и так далее. На них бывают очень часто акции. И вы знаете, о, возможно, скоро будет акция. Вы просто посматриваете иногда имейл, и я вам рекомендую зарегистрироваться именно почту, не какую-то там русскую выбирать, а на google.com, на Google Mail. Почему? Потому что Google вам сортирует вашу почту сам за вас. Там есть, например, у меня есть две почты. У меня, например, для учебы, работы одна почта, а вот для такой херни, как магазины и социальные сети, у меня на Google Mail есть почта, потому что социальные сети, он делает все в одну папку, вот такие от магазинов делает в другую папку, там и в Роше, Арсей, H&M, Пинки, у меня все приходит в одну специальную папку. И третье, там, например, самые важные документы у вас просто сразу видны, вы сразу их видите. То есть Google Mail, я вам очень рекомендую зарегистрироваться на Google Mail. Очень удобная почта. Но у вас, в принципе, Google Mail автоматом должен быть, потому что если у вас есть канал на YouTube, у вас автоматом вы зарегистрированы на Google. Что я вам еще хотела сказать про акции? Я вам сказала... Блин, боюсь, что я еще что-нибудь забыла. Да, с недавнего времени. Это с недавнего времени считаются вам пункты, считаются не обязательно, если вы покупаете с новой коллекции или там special price, или с распродажи. За все это вы получаете пункты. Девочки, вот я не так много покупала. Я покупала по акциям, я покупала на распродаже. У меня за это время, сколько я получила за полгода, я получила 4 гудшайна. Вот 4 бумажки по 5 евро. Я купила себе за бесплатно перчатки зимние. Я реализовала их на сумку на распродаже. А сумку вам не показала классную. Сейчас покажу. Вот она сумка, о которой я мечтала с первого дня, как она пришла. Ее можно носить как клатч. Просто такой крупный клатч. Можно носить на цепочке. Можно заменить здесь запросто цепочку с другой какой-то сумки на какую-то веревку. И здесь пойдет и коричневого цвета тоже, потому что она такого здесь, крокодиловая кожа есть, вставочка. Стоила эта сумка изначально, сейчас вам скажу сколько, 35,99, и уценили сначала до 20 евро, потом до 15, потом до 9. Я ее купила вот за 9 евро, купила, если бы у меня был гудшайн, я бы могла его реализовать эти 5 евро, купила бы ее за 4 евро. И там в Арсей очень хорошего качества сумки, очень красивые, элегантные. И их постоянно уценяют. Мне хочется практически скупить весь магазин вообще, когда... Ну, короче, это было, с одной стороны,
не очень классная идея устраиваться в магазин, который ты обожаешь, моду которого, а с другой стороны, зато ты в системе, и ты можешь смотреть, о, акция, сейчас я себе куплю. Вот, такие дела. Кстати, вы можете покупать онлайн. Онлайн всегда есть многие модели, есть, ну, все модели, которые не во всех магазинах есть. Арсей практикует такую вещь, что в одном магазине он засылает иногда одни модели, а в другой магазин другие модели. Иногда к нам приходят из такого, из центра, ну, совсем с центра, на вокзал приходят, а там в центре очень большой Арсей. Наш Арсей поменьше, он больше как бутик. Мы выигрываем за счет того, что мы консультируем людей. Другой Арсей, он такой немножечко безликий, ты берешь сама вещи, сама их меряешь, тебе никто не будет говорить, идет тебе, не идет, оно большое, небольшое, толстеет, не толстеет, никто не пристает, вот, но ты сам вот решаешь, нужно оно тебе или нет. И иногда к нам приходят люди и спрашивают, а где вот такая модель, а у нас ее в помине не было, у нас ее не завозили и завозить не собираются. Вот такая вот фишка тоже есть. Кстати, у меня сейчас, видите, это Эсси Лак. Голубой такой, приятный голубой, как летнего неба. И очень, кстати, неплохо смотрится на этой сумке. Вот, теперь это действительно все, что я хотела сказать. Может быть, потом я еще что-то вам расскажу, не знаю. Как обычно, у меня плана нету, я импровизирую, поэтому кое-что иногда забываю. Вот, всего хорошего и приятного просмотра. И я вам оставлю ссылку, в принципе, на этот сайт. Насколько я знаю, этот магазин в России точно есть, кажется, в Санкт-Петербурге. То есть карта на сайте Орсей показывает. Есть на Украине несколько магазинов. Я была удивлена, кстати, 3 или 4, или даже 5, намного больше, чем в России. Вот. Ну и, конечно, по Европе. Он практически везде. Но вы можете вот задать, посмотреть, в каких городах он есть на сайте. Всего хорошего, до свидания, пока-пока.